Как изменится налогообложение имущества организаций? Со следующего года предполагается, что в налоговую систему Российской Федерации будет включен налог на недвижимое имущество. Налогоплательщиками данного налога будут признаны физические лица. Но для того, чтобы уравнять налогообложение жилой недвижимости, принадлежащей как физическим лицам, так и организациям, предполагается, что поправки коснутся и главы 30 «Налог на имущество организации». Для имущества жилого назначения в качестве налоговой базы будет установлена не инвентаризационная, не балансовая, а именно кадастровая стоимость объектов имущества. Потребуют уточнения и некоторые иные элементы налогообложения, в частности, размеры налоговых ставок по этому виду имущества будут сопоставимы с налоговыми ставками, которые предполагается установить главой налог на недвижимое имущество физических лиц. А в среднесрочной перспективе с 2018 года предполагается перейти к налогообложению всего имущества организации, исходя из его кадастровой стоимости.